Здравствуйте! Сегодня весь день Луна без курса, а значит, идеальное время для того, чтобы выспаться и отдохнуть. А еще день подходит для творчества. Так и звучит совет дня. Добавьте творчество в вашу жизнь. Например, можно сходить на концерт, порисовать, встретиться с друзьями в караоке или потанцевать от души. И о теле позаботиться сегодня прекрасно. Спа, баня, сон, массаж. Выбирайте сами. Наслаждения вам и до встречи завтра.